Веками кланы вампиров и ликанов вели войну. И наш мир стал полем боя. Для меня война — дело личное. Все, кого я любила, теперь мертвы. Грядет новая война. Селин, ликаны оживились. У них новый лидер, Мариус. Я покончила с этой войной. Но, похоже, она с тобой нет. Ему нужна кровь твоя и твоей дочки. Даже я не знаю, где она. Передай от меня пару слов. Скажи Мариусу, я приду за ним. Ты понял, что я сказала? Нам нужна Селин, чтобы закончить войну. Ей нельзя доверять. Ее кровь чище нашей крови. От нее зависит будущее ликанов и вампиров. И когда мы получим кровь Селин и ее дочери, мы будем непобедимы. Я буду могущественнее всех вампиров этого мира. Ты должен помочь мне защитить ее. Отправляйтесь на север, вы найдете ответы там. Если хочешь победить в этой войне, тебе придется пройти через то, на что никогда не отважились бы даже самые смелые воины. Немыслимо. Его не остановить. Их слишком много. Думаешь, меня это волнует? Мне нужна только твоя кровь. Приди и забери ее. Другой мир. Войны крови.